увидеть торжественный марш военнослужащих, посмотреть на военную технику. Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели маршрут. Какой прекрасный вид на парад. Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Я больше не пью. Че, как обычно, без закуси? Конечно, пьем, запьем, давай наливай. Сколько? Че, краев не видишь? О, новый телефон, дай посмотреть. Ты чё, уронишь ещё? Дверью не хлопай! Руки можно помыть. По коридору налево. Налево! Так, а сейчас куда поворачиваем? Направо. Направо? Направо. Дальше сама дойдешь? Прямо и налево. Сейчас я вас буду готовить. Пожалуй, я возьму эту шляпу. А вы ее точно будете носить? Нет, конечно. Я иду на фотосессии. Завтра верну. Отложите мне вот эту вещь. А вы точно за ней вернетесь? Нет, конечно. Мне просто вас жалко, вы потратили на меня 30 минут времени. А я здесь вообще передумала что-то брать. А у вас точно 40-й размер? Нет, у меня 44-й. У меня слишком много ему поправилось. Но мне стыдно вам в этом признаться. Ну, в принципе, не плохие. Значит, будете брать? Нет, конечно. Они стоят, как крыло самолета. Но я сейчас еще немножко поведелась перед вами, чтобы вы не подумали, что я нищебродка. Отличный гироскутер я возьму. Вы на нем кататься-то будете? Нет. Я буду брать его каждый день на улицу и фотографироваться. Потому что это модно. Лай! Че за трек? Че за трек? Видишь это лицо? Кто счастлив сам, другим зла не желает. Насосала. Завидуй молча. Шлюха. Лайк. Ой, одели джинсы, как у всех. Своей фантазии не хватает. Чего ты меня так смотришь? Я видела тебя в пьянке. Своей фантазии не хватает. Фу, это что за говно? Оголила свои сиськи. Теперь всегда что-нибудь будешь показывать? Ты такая молодец. Ты правда любишь готовить? Нет, я просто хочу, чтобы ты подумал, что я хорошая хозяйка. И скорее женился на мне. Все. Я сама за себя заплачу. Сколько с меня? Ты действительно хочешь за себя заплатить? Нет, конечно. Просто я хочу, чтобы ты подумал, что я независимая. И типа мне не нужны твои деньги. Дорогой, сходи сегодня в баню с друзьями. Оторвись там по полной. Ты правда хочешь, чтобы я сходил повеселился? Нет, я вообще не хочу, чтобы ты куда-то ходил со своими друзьями-алкоголиками. Просто мы с подружками в субботу собрались в клуб, и мне надо, чтобы ты меня отпустил. Ну чё, как, круто я шучу, да? Нет, ты унылое говно. Но мне приходится смеяться, потому что мне удобно, что ты возишь меня на работу через весь город по утрам. Дорогая, я решил познакомить тебя со своими родителями. Как круто, как классно, я всю жизнь об этом мечтала.
мечтала. Я так рад, что ты хочешь познакомиться с моей мамой. Нет, я просто хочу посмотреть хату и понять, что достанется нам в наследство.